Год назад жители этого двора собрались, чтобы обсудить грядущее благоустройство с подрядчиком и лидерами движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Артуром Каримовым, Юлией Мамай, Надеждой Смирновой и Евгением Иноземцевым. Этим летом двор около многоквартирного дома по улице Лавочкина преобразился. Старое оборудование заменили, добавили новые современные игровые элементы. Депутат Совета депутатов Артур Каримов вместе с группой контроля от территориального управления и жителями прибыл на новую площадку, чтобы оценить качество проделанных работ. Как мы с группой контроля отметили, что все в хорошем состоянии, по функционалу все работает и нареканий нет. Комиссия посетила площадку и во дворе дома на улице Мельникова. В этом месте близко расположены три многоэтажки, поэтому здесь была благоустроена большая площадь. Ее разделили на зоны для детей разных возрастов. Хотели, чтобы было и для детей, там, скажем, до 5 лет, и дети постарше, там, 10-12 лет, чтобы они позанимались здесь, чтобы было, как минимум, чтобы был турник, это уже хорошо, чтобы подтягивались, развивались. В целом остались довольны. И маленькие дети здесь хорошо катаются на качелях, и дети постарше. Проект губернатора Московской области «Мой двор» успешно реализуется на территории Химок при поддержке главы городского округа и депутатов местного совета депутатов. Какой будет придомовая территория, решают сами химчане. Они голосуют и вносят свои коррективы в проект, а в администрации стараются их учитывать. Именно таким образом совместными усилиями городской округ становится лучше и комфортнее.